Привет, друзья. Как обычно, мы сейчас будем с вами смотреть прохождение игры, которая называется Last Mission. Игра 87 года. Вот. Игра такая прикольная. В общем-то, ездит такая платформа и стреляет по врагам. Враги летают так хаотично по всем уровням, но есть такие моменты, вот как сейчас снимается верхняя пушка. Пушка умеет летать, и она, ну, как бы так сказать, пробивает путь основной платформе, которая имеет возможность передвигаться. Короче, суть этой игры заключается в том, чтобы дойти до основного, до основной базы там какой-то. В общем, тут история такая, чуть ли не Терминатор, что планету захватили там роботы, и единственная надежда — это вот этот вот наш герой, основной персонаж, который ездит по платформам, добирается до основной базы, и он ее там типа того, что должен уничтожить. Ну, друзья, все как всегда получается. Мы должны пройти через трудный путь, который нам задает игра, победить всех мелких вот этих вот вошей, которые нам мешают, и дойти до основного, так сказать, босса, главаря, или как там. Но тут босса не надо побеждать в этой игре, тут просто надо до него дойти, и все, и конец игры. Вот так. Но игра, тем не менее, прикольная. Такая необычная. Необычная в том, что вот как бы ездит такая платформа на гусеницах, и с помощью этой платформы мы преодолеваем разные препятствия. Но, вернее, не, даже не с помощью этой платформы, а с помощью верхней башни, которая вот так отсоединяется, вот как сейчас, и пробивает нам, освобождает нам путь. Тут много таких моментов в игре. Ну, а описание игры, вот сейчас она отсоединяется от башни, перед нами препятствие, и мы его должны расстрелять, чтобы наша танкетка, вот эта на гусеницах, она проехала вперед. Вот она облетает весь вот этот вот кошмар, проходит вперед, обстреливает, вот пробивает, и, ну, движемся обратно по направлению вперед. Поднимаемся на лифте. Так, игра довольно короткая, ну, но тем не менее интересная. Если иметь ловкость и проходить всех вот этих врагов, то игра займет чуть больше 10 минут.
Так, и все. Вот мы поднимаемся сейчас на самый верх. И тут мы покидаем нашу платформу, вот эту. И мы передвигаемся теперь только верхней частью башни. Тут где-то, я не знаю, сколько здесь картинок надо пройти. Я не считал, честно говоря. Но их тяжело пройти. Вот тут летают ракеты, и встречаются такие вот персонажи, которых тоже надо лазером срезать. Тут нам попадаются пушки, они нам тоже мешают. В общем, препятствий хватает для того, чтобы пробраться до самого конца. Так, тут осталось немного, вот и все. Вот этот здоровенный центр, который, не знаю, вот мы до него долетели, и это конец игры. Все, друзья, спасибо за ваше внимание. Всем пока.